Здорово, Женя, с тобой я, Дима, и сегодня за место Кирилла я буду проходить за Ио Визин. Шутка, нихера подобного. Нет здесь никакого Димыча. Ну что же, всем привет! С вами снова я, Кирилл. Привет, Пашенди, привет, Димыч. И продолжение прохождения The Evil Within. Да, Пашенди, я прохожу эту часть без Димыча, потому что он, сука, так и не пришел сегодня. Хотя он обещал, ты обещал, Димыч, прийти, но ты не пришел. Вот ты, вообще, а. Ну ты вообще. Обещал ведь в 9, сука, пойти, я тебя жду, тебя нет. Ну... буду проходить без тебя. Что ж уж поделать. Ну что же, начали мы новый, собственно, сезон. 7 и 1 серия. Прямо сейчас. Ну что же, пока ты, мальчик, там свои какие-то там какие-то там свои экскурсии едешь там со своим этим классом. Я тут буду проходить... за его визин специально для тебя, который, надеюсь, ты будешь оценивать, а не просиживать свое чертово время в аксиоме. Итак, в общем-то, в прошлой части мы победили наконец-то этого мамонта сучного, и выбрались в город, который разрушается прямо на глазах Себастина. Немножко походили и начали, собственно, весь мой сезон отсюда. Ну что же, так. Так, сегодня я приготовил для тебя небольшие сюрпризики, новые оценочки Санечки Петрова, или Ванюшки Петрова, хер там его знает. Но это попозже. Сейчас мы продолжаем прохождение, я сейчас засеку секундомер. Так, где мы там? Сука, ты куда? Сейчас. Где он там есть-то? Вот он. Так, и тут у нас... сейчас, секунду. Ха, прикинь, короче, что сейчас произошло там. С телефона, короче... GTA San Andreas удалилась. Просто так исчезла, ни с того ни с сего, и все. Ну ладно, не будем о ней. Ну что ж, продолжаем. Так, где у нас секундомер? Чё-то я начал засекать, так про него и забыл. А чё он вырубился? Сука, ты чё ты шёл бы, дошёл. В общем-то, тут в этом озере обитает такое существо... который, если мы войдем в воду, сразу нас проглотит и сделает нам ваншот. Так что его нужно отвлекать вот этими вот упырями, короче, которые тут висят. Просто вот так вот отвлекаем. И быстренько плывем, короче, вообще так со всей скорости туда. Это херня погонится именно за тем, который упал. А мы тем временем быстренько выберемся. Так что такие вот дела. А такая подобная херня была в Resident Evil 4. Сука, что такое-то? Что? Что? Куда машина про... Вот, собственно говоря, пример этой херни. Собственно, вот это вот вообще обидное. Это самое обидное, сука, вот самое бесячее. Короче, херобора в этой игре. Самое бесячее, реально, я тебе серьезно говорю. Да, самая бесячая херня в этой игре. То есть, ни многорукая няшка, ни сейфоголовый. Они бьют, это не обидно, когда они тебя убивают. А вот эта херня, она обидно убивает, сука. Она реально очень обидно убивает. И тут нельзя задерживаться, собственно говоря. Стреляем еще раз. И вообще, уже сразу прям мгновенно бежим. Прямо мгновенно прям вообще, да? И когда эта херня будет за нами гнаться, мы быстренько просто начинаем выплывать. И тут мы тоже не задерживаемся, сразу же стреляем. Блин! А что он тут делает? Она же там должна быть. Блин, быстрее! Беги! Да я шучу. Ладно. Давай, давай, беги, беги, Себастин. Подобрать, что подобрать? Бутылка. Бутылка, что ж, хорошо. Нахрена она сейчас нам нужна? Тут зомбаков-то сейчас нету, тут они все подвешены. Мы же не будем в это существо кидаться. О, бензопила. Бензопила. Отсылочка к очередному фильмецу. Chainsaw 3D. Наверное, эти фильмы показывали в Crimson City. Прикольно. Так, ну, в общем-то, тутучка нам, конечно, пригодится. Ну, это потом. Потомочки нам пригодится. Слушай, давай.
привлечем внимание. Давай, давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Плыви за этим упырем, который сейчас там только что упал. А мы тем временем быстренько проплывем дальше. Это, собственно говоря, пока легкие этапы. Потом будет намного сложнее. Так что вот такие вот дела. Ну и мы их пройдем. Это же я Кирилл, я... Ржевский может, как говорится. Ржевский может, Ржевский пройдет, сука. Он знает, что делать. Как выбраться из... Больше я ни за что не полезу в эту воду. Дебильственных ситуаций. Да, я больше ни за что не полезу в эту воду. Очевидно, я только что сказал, да? Ну да. Собственно, хер его вообще знает, почему это творится в городе. Понятно, что Рубик во всем виноват, то есть, да, но... Себастьян все равно в удивлении. Он любил свой город, он тут работал, у него была тут дочь, жена, а теперь он превратился в полный винегрет, в полную кашу, которая просто Себастьяну очень удивительно помешала в дальнейшем. Ну, разумеется, это творится в его голове, потому что Стэм, херня всякая, Рубик, это все в его голове. Доигрался ты, Рубик, в детстве, и теперь вот такие вот... Что это такое? С тобой у нас дела. Это что такое? Что опять? Да что ж... Так, это что такое? Она может встать, поэтому лучше ее поджечь. Замоки, которые просто лежат... целые, просто лежат, их нужно сразу же поджигать, понимаешь? Потому что они потом в стопудняк встанут и дадут люлей. У нас еще спички есть. Давай, давай, подбирай спичку. Такие вот делишки. Так, получаем. У нас 126 тысяч, мы можем, в принципе, что-нибудь прокачать. Но мы должны еще до сохранения добраться, сука, поэтому... Блин, опять этот Рубик сраный. А это что такое? Это что такое? Стритный... Какой-то стритный мудила какой-то сейчас с нами будет. Так. Как я понимаю, встали. Это что такое? Что это? Как я понимаю, этот может заланшотить. Поэтому этого лучше. Болтиком. Убить, наверное. Сука, я его боюсь, реально. Я этого упыря боюсь. А, давай, гори. Я, кстати, убавил немножко звук. Хера себе, вообще не разлетелись по смятку. Открыл зверка. Хорошо. На этом наше приключение не заканчивается. Какая-то. И мы продолжим, собственно говоря, этот ад. Этот угорь, который плавал в воде, эти вот упыри, это все еще только частичная проблема. Потом будет у нас еще сложнее и, собственно говоря, больше трэша, больше дебильственных моментов и всего прочего. Так что расслабляться ни в коем случае нельзя. Так, ну что у нас тут? На Рубика я могу сказать только одно, что он... Ёбаный тюлень! Да. Да-да-да. Так. Собственно. О, шприц, отлично. Ладно, сейчас мы дойдем до сохранения. Когда же будет сохранение? Я уже заждался. Что это? Я боюсь, да что ж такое-то? Такое. Мы в больнице. Издеваетесь? Да, вот я то же самое могу сказать. Грязное место. Себас, тут был уже 100 раз, что ты удивляешься? Это как-то связано с Рубиком? Разумеется. Че, дурак, что ты тут был уже 1 000 000 раз, что ты спрашиваешь? Такое ощущение, как будто это в первый раз. Может, он про тот город говорил? Ехать, вся больница разрушена, как будто тут, блин,
Тут мамонт пробежал. Пипец, конечно, полный. Вообще. А что вообще делать-то надо? Вы в порядке? Вы же понимаете, что меня никто не заменит. А, медсестричка. Как это Димыч там в прошлой части делал? Пёхал ее, да, сзади? Вот давай мы тоже попёхаем её. Давай, мы с ней замутим. Давай, давай, садись. Только не на стул, а на мой член. Шутка. Ладно, не будем прикалываться. Так, собственно говоря, нам путь дальше какой-то техзеркал. Ну, а мы пойдем прокачаемся. Так, ключей у нас пока нету. Ладно, пошли. 27 тысяч, ничего себе. Димыч, зря ты прокачивал бег. Это вообще не влияет. Тут надо кашу жрать, а не прокачивать там что-то, понимаешь? У нас на него и не хватит. Урон в рукопашный, это не надо. Лечение шпицами. Да, нам хватит здоровья. Здоровья. Ладно, потом прокачаем. Нам еще нужно. Блин, ты что ты делаешь? Мы еще же не на ту кнопочку нажал. Ладно, ничего страшного. Так, мы должны прокачать что-то связанное с арбалетом. Короче, вот это вот, с арбалетом, с пистолетом. Еще мы должны прокачать вместимость, короче, дробовика. Где у нас дробовичок? Винтовка. Множитель урона. Вот, скорострельность. Это не надо, время перезарядки тоже не надо. Емкость магазина вообще вполне можно прокачать. Критические попадания. Ладно, это пока не надо. И арбалет. Самое главное, арбалет. Так, время взведения, дальность. Да, дальность стоит, в принципе, прокачать. Потому что, чтобы можно было сдалека стрелять, время перезарядки, эта херня не нужна. Это тоже. Так, запас. Патроны для пистолета, патроны. Огонь у нас прокачано, гранаты, шприцы. Да, шприцы нам нужны. Да, и спички. Самое главное, спички нужно прокачивать. Спички, да. Чтобы больше было. Теперь 7 можем взять. Еще прокачаем. Шприцы. Да хер с тобой, давай шприцы прокачаем. Все. Теперь можем дохерейше шприцов брать, и это хорошо. Так, сейчас погоди, придумаю. Ха, короче, я вспомнил такую шутяку вообще, да? Вспомнил. Так, ладно. Ну, сейчас расскажу. Ну, короче, это тоже связано с оценками. С оценками Санюшки, нашего любимого Санюшки Петрова, о котором я уже рассказывал. Что ты хочешь сказать? Что ты мне хочешь сказать? А если мы тебя застрелим? Да я шучу, конечно, мы тебя не будем стрелять. Ты же наша медсестричка, ты... Собственно, устроишь медсестричные игры. Так, подожди, давай посмотрим, что у нас всего может помещаться. Так, запас 4. 4, охереть, то есть, да. Это винтовки тоже можно дохрена вместить, да. Аптечка есть, это отлично. Так. А сколько у нас от пистолета вообще, патронов-то? Дальность. Дальность большая, да? Давай. 2 патрона, сука, вообще охереть. В общем, наш Санюшка Петров, наш любименький Санюшка Петров, сдал ЕГЭ. И как вы понимаете... Да, наконец-то! Наконец-то Санюшка Петров пересдал через год ЕГЭ по математике, пересдал. И, наконец-то, он получил 5! И вот его радость. Я, блядь, сделал это! Ха-ха-ха! Тварь, сдохни, падла, все! Yes, получил 5, получил, молодец. Шутка, сука, двоечник ты, 2-5 получил. Опять на второй год оставайся. И вот его реакция. Ты сейчас угораешь, да? Но угорает надо мной. Какого хуя? Я не нажал просто вот так, вот! Вот, блядь! И нажал вот так вот! Вот какого хуя нельзя было вот так вот сделать? Как? Почему, блядь? Да, вот так его учитель, короче, надолбал. Вот так его учитель, короче, обманул. Так что, опять он был раздолбаем все эти годы, Санюшка Петров, поэтому... Учитель его обманул, сказал, что у него по ЕГЭ 5, а на самом деле у него по ЕГЭ 2. Вот такие вот дела. Ну ладно, не отвлекаемся от игры.
В канализации найден изуродованный труп. В канализации Кримсон Сити найден труп мужчины с хирургическими шрамами и вскрытым черепом. Он умер несколько месяцев назад. Похоже на почерк серийного убийцы из Элк Ривер. Элк Ривер — это совершенно не там, где мы сейчас обитаем? Я думаю, там. Хотя и не факт. Ну ладно, продолжаем. Продолжаем. И где мы очутились? Из этого зеркала, то есть? То есть можно в зеркало обратно, то есть телепортироваться. Ну пипец вообще. Вообще дела. Ладно, идем, не будем отвлекаться. Собственно говоря, да? Контрольная точка. Контрольная точка, наша девочка. Мы тебя будем штопать. Так, сколько тут у нас всего? Так, 5 спичек пока. В принципе, можем больше. Так, туда надо прыгать. А, нет. Да, сейчас будет, конечно, полнейшее. Полнейший трэш. И он прямо сейчас начинается. Да. Начинается сложный момент, который довольно тяжело проходится. И с довольно серьезными страданиями, переживаниями и всякой херней. Так, в общем-то, тут появляются наши любимые зомбачки. Давай мы попробуем сейчас, в принципе, их сбить. Так. Секунду, сейчас я найду. Так, я не понял. А где остальные? А, это которые, типа, у нас есть, да? Все, понял. Так, а мы вообще попадем, да? Смотри, какая дальность прокачана. Офигеть. Если мы их оптом, как говорится, убьем... Сейчас, вот она. Да блин, куда ты? Вот она. Давай, сделаем. Отлично. Все. Давай, попробуем. Получится, нет? Сука, если выше стрельнуть, подожди. Так. Нихера. Наверное, нужно было встать поближе. Тут, наверное, это, в принципе, продумали, да? Ладно, короче, я проиграю. Я проиграю, потому что я зря просрал патроны, я проиграю. Давай, убивай меня, сука, убивай меня. Убивай меня, скотина, давай. Ты встал, блин, быстро убивай меня, я сказал. Сука, убивай меня, давай. Давай, убивай, скотобаза, собака такая, убивай меня быстро, я заставлю сосать, понял, убивай, сказал. По жопке тебе, дай. Давай, убивай, дрыщ, вали в море там, куда там. Все, убили, молодца, молодца, ребята. Короче, просрал, лучше не рисковать, реально, лучше не рисковать, просто идти дальше. Так. Так. Ну, в принципе, отлично, да. Патроны мы не просрали, это меня радует. Так, давай, давай, давай. Ну, давай, садись ты уже. Все. Давай, быстренько бежим. Пробел удерживать. Давай посмотрим, что у нас там вообще творится. То есть, вон один стоит. Так, он. Так, может... Короче, открыть, потом он убежал, убегает, засал, то есть, да, понятненько, понятненько, засал, засал. Так, эти нам упыри пригодятся, то есть, потому что мы их подожжем вместе с другими, то есть, всех оптом убьем. Давай. Так, ну чё, начинается жесть, давай. Так, быстренько берем винтовку. Нас, сука. Так. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Yes, давай, подожгись, сама на месте. Оптом. Учитесь. Учитесь, щеглы. Еще одного щегла убили. Сука, как же мне нравится эта винтовка. Мне вообще она просто... Пипецки вообще приятно с нее стрелять. А у нас нет патронов. Нас, сука.
На, сука. Щеглы, держите. Щеголки вы мои. О, патрончики. И чё? Где открытие двери? Кирит вообще везет. Давай, подожди, подожди, подожди его. Собственно, такая тактика. Сука, это что такое сейчас было? Какой-то щегол в нас стреляет. На. Где-то тут, короче, еще одна собака была. Тут никого нет. Ну ладно, короче, лезем, наверное, да? Как я понимаю, они не откроют. Эти ставни. Ну и? И что делать-то надо? Что надо делать-то? А, понял. Сука какая. Чем на него стрелять-то? Патронами, наверное. Ты скотина, ты сыкливая, блядь. Выходи! Мразота, мразота. Ой, твою ж мать. Ладно, будем в него закидывать гранаткой. А сидя это можно сделать? Давай сейчас мы его гранаточкой, деточка, закинем. Давай, 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 садись, попробуй, попробуй. Чё, можно? Отлично. Попробуй только закрыться. Все, молодца. Молодца, Себас, ты прям вообще рулишь. Да. Так. Ну, в общем-то, ладно, прошли мы этот момент. Сраный, так сказать, и лезем дальше. Ну, на самом деле он сложный, если не знать против него тактики, да. А так вообще можно его в разы идти. Но это еще не все, это только начало, собственно. Вы думали, это все заканчивается? Ни хера подобного, то есть продолжаем. Продолжаем мы наши беды, мучения и все прочее. А что делать-то дальше надо? Просто, то есть, да, зайти. И что дальше? А, то есть просто прыгнуть надо, все, понято, понято. Понято, ребятки. Бери. Блин, меня подлагивает чуть-чуть. Все, короче, норм. Сейчас мы их быстренько завалим. Да. Так что эти военные, они тоже доносят немало, собственно говоря, хлопот. О, еще шприц. Давай, покажи нам свой убийственный удар рукой по цепи. Так это же мы просто обошли. Смысл ты эту руку себе ломал? Ладно. Вон там лесенка, я вижу. Сейчас зайдем, что будет. Спички. И какая-то у нас хрень. Давай мы ее сейчас активируем, наверное. Давай! Давай, тушься. Срать-то хочется, а запоры пошли. Так, подожди. О, нет, они же с оружием. Ну куда вы с оружием-то? Нечестно. Ладно. Они нас не видят. Они нас видят. Сука, они нас видят. Они нас видят. Нихера. Сука, их... Их, ни... их ничего вообще не берет. Твою мать! Бежим! Беги, я сказал.
На, сука, взрывайся. Ты жирная свинья. Вали отсюда. На. Боеприпасов нет. Понятно. Спасибо, что напомнил, я не знал, я глупый. На, ты жирная сучка. Так, давай. Е-мое. Сейчас мы пробуем их сжечь, короче. Что? Только не хватит, что сейчас появится бензопильщик. Давай, иди сюда, жирная. Давай, иди сюда, жердяй. Жарабас, иди сюда. Жарабас, возьму тебя. Да сука, ты иди в жопу. Да ты вообще охерел, смотрите на него, на этого жирного. Давай. Yes, давай, гори. Гори, я сказал. Жестким пламенем. А мы залазим по... Лесенке, сука, что такое? Кто нас рубит? Какой идиот. Так. Вот он, этот жердяй стоит. Да ты киска... Нашел, когда время перезаряжаться. Скотин. Давай, подожги его. Да, давай, молодец. Все. И у нас тут еще лестница поднялась. Все, уходим от этих упырей быстрее бы. Быстрее бы. Все, у нас болты тут, смотри, сколько болтов охерище, вообще охерище. Охереть, сколько тут всего. И винтовка, винтовка мне сейчас больше всего нужна. Вот тоже сложный момент. Один из сложных моментов, короче, в игре. Гори, сука. Что? Давай. Патронов-то хоть хватит. Сейчас будет, короче, набегать с двух сторон, а лифт он вообще так медленно будет ехать, я серьезно говорю. Будет вообще медленно очень ехать. Давай, падайте, падайте, упыри, падайте. А у меня патронов нет, у меня нет патронов. Что за дрыщенское ружье, блин? Во, вообще, ну я так не играю. Дебил совсем поджег вообще, молодчик просто. Так, появляются опять эти, как бы сказал Куплинов, сученьки. Куда ты перезаряжаешь, так не вовремя. Вечно такие вот не вовремя моменты перезарядки. А, сука, не ныжи, когда патроны заканчиваются, твою мать. Давай, гори. Сука. Все, патроны кончились. Так, только бы никто не появился, господи. Так, попади, ты косой, лалка, ты косой. Ты даже член в жопу попасть не можешь. А ты еще тут говоришь что-то там. Давай, попади, попади, попади. Попробуй посмотрим, как ты попадешь. Давай, давай, давай. Ха, я в скрипте был, я в скрипте. Я в режиме анимации, и а ты соси. Так, ладно. Идем. Так вот там в себя давай пали. Разрежь себе бошку, мозги поменяй. Может, хоть что-то будешь знать в жизни. Так, аккуратненько. Да, блин, куда ты? Я хотел туда пройти. Ладно, все норм. Все норм. Так. Что у нас тут есть? Какие-то стекла. То есть, вообще, город вообще в говно просто превратился. Реально, вот, серьезно. Просто в говно. Куда идти-то надо, я что-то пойму. Спрыгивать вниз, что ли? Что делать-то надо? А, сюда надо идти. Все, понято, понято. О, можно баночки набрать к Сан-Андресу. Давай, Сан-Андрес вспомним. Ух ты, статуя! Сука, сука, ты что делаешь? Вы видали, блин, граната выпала. Yes, так. Давай,
Давай, ключик, ключик, мне нужен ключик. Спасибо. Спасибо, мой дорогой дружок. В общем, эта часть будет довольно долгой, потому что я тут планирую дойти до сохранения. Потому что я хочу уже пройти наконец-то эту игру сам. А я не могу это сделать, потому что тут контрольные точки, а я потом пересохранюсь в своей игре, и все, и будет капец, короче, полнейший. Тут, короче, насколько я понимаю, тут был, короче, какой-то офис, да? И он тоже побывал, короче, хер знает где. О, и, в общем-то, наше счастье, появляется сохранение, это хорошо. Сейчас мы возьмем, как раз прокачаем что-нибудь, возьмем. Ключиком что-нибудь возьмем, кстати, надо вспомнить, какую ячейку открывал Куплинов, где у него лотерея двойная была. Надо, кстати, вспомнить, да. Так, хорошо, что мы, кстати, прокачались в прошлый раз, потому что мы довольно много взяли предметов, довольно много нанесли дамага врагу и, собственно говоря, всего прочего. Тут какой-то у нас книжечка, дневник. Да, наконец-то, давненько таких дневничков у нас не было, давайте прочтем. Дневник Себастьяна Кастеланоса, 11 июля 2012. После пожара прошло почти полгода. Мы с Майрой все больше отдаляемся от друг от друга. Я должен быть сильным, но топить мысли в виски это так просто. Я думаю, так, пока это не мешает работе, моя личная жизнь никого не касается. Наконец-то мне удалось поговорить с Майрой. Теперь мне стало еще страшнее. Либо у Майры начинается паранойя, либо то, что она говорит правда, и пожар не был случайностью. Даже не знаю, что хуже. Майра полагается на свое чутье. И если оно ее не подвело, то я не завидую тому, кто виновен в этом деле. Собственно, да, совсем расклеились наши герои. Наши герои после смерти их дочери Лили, после того пожара. И, собственно, я не понимаю одного, почему же в этой игре нету самой Майры? Почему о ней только рассказывается в дневнике ее мужа? Почему ее нет самой в игре? Я снова здесь? Ты уже миллион раз наверное, здесь был. Я схожу с ума. Конечно. Как ты хотел. Стэм эта штука такая. Там, занесет, хер выберешься. Хуже, чем от запора. Так, собственно говоря. Наверное, сейчас мы будем сохраняться. Лучше будет, когда ты мне отсос сделаешь. Вот что будет лучше. Так, да, давай, наверное, скорее всего, сначала ключик давай, наверное, возьмем. А потом уже. Потом уже. Пойдем прокачиваться. Мне хочется прокачать вместимость. Вместимость и здоровье. Здоровье, наверное, не получится. У нас мало денег. А вот вместимость это вообще будет хорошо. Не денег мало, а этих капелек. Так какую там ячейку открывал этот самый Куплинов? Нету. По-моему, вот эту он открывал ячейку, да. По-моему, вот эту. По-моему. Может быть и нет. Посмотрим. Давай, посмотрим. Нет, не эту. К сожалению. Ладно, наверное, он открывал какую-то вот из этих средних ячеек. Ладно, угадаем в следующий раз. Давай, бери. О, еще это можно взять, да? Давай, бери. Там уже что-то можно взять. Там уже приоткрыто так более-менее. Ну ладно, все, давай прокачиваться, наверное. На что хватит, на то и прокачаемся. Собственно говоря. Вот так я дверь открываю, короче, смотрите. Когда захожу в школу, когда опоздал, короче, на один урок, я захожу в свой класс. Так я открываю с опаской дверь. 10 тысяч. Думал, что меня поругали. Чё, на чё хватает-то? Рон в руках. Да херня всё это, рукопашное, максимальное время ускорения. Это всё так, бредятина. Давай прокачаем лучше болты какие-нибудь и агонии. Или мне хочется прокачать замораживающий. Да, давай замораживающий прокачаем. Болт, вспышка, херня. Она тоже не хватает, она разрывной. Давай, вот электроболт офигенный тем, что он при стрельбе он замедляет противников. То есть они становятся очень такими медленными, то есть обездвиживают. Это тоже надо прокачать, ну все. Еще одна небольшая шуточка. Короче, после того, как получил наш Санюшка Петров вместо пятерки двойку по ЕГЭ по математике, вот что ему, собственно говоря, сказала учительница. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебе поставлю 2 в журнал за поведение.
И мамку в школу вызову. Напорить тебе жопу-то ремнем. Да-да-да. Учить хорошо, а то по жопе тебя прям топ, прям и все. Ладно, давай сохраняться. Так, куда сохранимся? Наверное, сюда, действительно. Так, ну можно заканчивать. В следующей части, надеюсь, мы что-нибудь хорошее найдем. Кого-нибудь из наших друзей, Джозеф или Кидман, там, все такое. Будет побольше диалогов, чтобы ты больше оценил озвучку. И все прочее. Но это, думаю, можно закончить. Так, подожди, сейчас. Короче, если тебе понравилось это видео, ставь мысленные комментарии, мысленные лайки. Говори, что понравилось, что не понравилось. С тобой был я, Кирилл. Удачи. Пока. Увидимся во второй серии 7-го сезона.